стреляли по нас, Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели, я лично видела, пусть все знают, пусть весь мир знает. Азов и правый сектор нас убивал, просто-напросто, тупо, понимаете? Гора, вот эта Соколовая гора, Азовсталь, они оттуда стреляли по частному сектору. Они полностью все уничтожили, полностью, весь левобережный район, понимаете? Его восстановить нереально. Его нереально восстановить. Это фашисты, это фашисты, каратели, понимаете, фашисты так не делали, как эти скоты.